Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии на шестерых в Sid Meier's Civilization 5, в которой я выступаю предводителем Марокко. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Всем остальным приятного просмотра! Так, эти два постреляли. Чё, повисли, что ли? Нет, кажется. Убиваем ему фрегатами вот эти арбалеты, которые у него на берегу стоят. Ты не знаешь, он постоянно сюда приводит арбалетов на, ну, естественно. Раз, два, три, четыре, пять, на шесть клеток, короче. Я тут уже давно их обстреливаю. Его много. Ну что, ты решил все-таки это самое, помочь Марокко, правильно понимаю? Да, слегка. Ну, вы там это... повнимательнее смотрите, я не знаю, кто на каком месте, я на втором месте, и Марокко по науке улетает уже. Я на третьем месте, у меня 42%, у него 46%. Ну, 4%. Ну, так ты уже, ну, видимо, в фабрике заебаешь. Видимо, австриец на втором месте. Он уже фабрики закончил строить, я не знаю, там, сколько у него чего. Если бы я закончил фабрики строить, я бы уже идеологию принял. Во все города, неправильно выразился. Так. Ну, варвары тут, конечно, очень не в тему. Так, 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 что у меня там? Обстреливают. Ну вот смотри, со стороны мрамора, где Антиум, там же нету никаких
арбалетов уже. Ну так я их и пострелял. Вот можно захватывать. Блин, а чё у меня несчастье-то? Постоянное какое-то. Эфиоп Мамбасу перекупил. Надо в нее дорогу построить. А что там расселяется? Давно просила. Да, и американец чудеса строит. Меня вообще кто-нибудь слышит, нет? Я что-то да, слышно. Мы тебя слышим. Меня вообще слышно? Скажите сами. Да, да. Да, слышно, слышно. Вот меня вас было не слышно. Ты еще хорошо стена у Эфиопа, а не... А не у Рима. Что-то американец вообще во все тяжкие. Ты, да, вот антиум обстреливай, а не, как его, а не арбалеты, которые... Крепость поставил у меня там. Нормалек. Гнем. Так, 11 ходов.
Ну что, важный момент. Меняем местами. Ну. Отлично. Ну что, следующим ходом берется? Да, в принципе, берется. Так, в харер бегал. Так, харе в харер. Что-то слишком много с меня получал. Вот, давайте из Марракеша в Зальцбург. Планки нету арены. Я, в общем, хочу до арты дожить. Я боюсь, кстати, что Эфиоп идет в свободу и хочет взять легион. А чего, Эфиоп? Ну, пока нет, потому что ты улетаешь что-то по этой. Пока не, я думаю, не надо. Ну, если так, на всякий случай, с австрийцем-то я заключил. Ну, это его ошибка. Просто сейчас, если ты заключаешь со мной оборонку, ты идешь и забираешь Рим. Да мне не нужен Рим, мне Рим неудобен. Как нафига мне его города, вот расскажи. Я не знаю, ты же собрался дальше там идти, ты сам сказал. Говоришь, как армия... Равенну? Почему? Я хочу Равенну и Антиум, все. Мне как бы... Просто, ты пойми, 9 городов у Вольвика, это, ну, сурово. Если его оставить в покое, он... Тем более, ну, что хорошо, он идет... Понимаешь, он идет в этот... Я даю Равенну, я могу выходить, он идет сразу. Подожди, дай мне рассказать. Он идет в реформацию, и он будет покупать за веру все вот эти научные здания. А вера у него дофига. Ты посмотри, у него все клетки, блин, в религии. Да, и все прям обработаны. У меня такие огромные города, прям, сладость. Хорош вестись уже, всю игру на него ведете. Так он улетит спокойно. Давайте еще все оборонки с ним позаключаете, он все спокойненько будет делать все, что хочет. Давайте. Чего ждете-то?
Не, ну подожди, ну вот Анчо взять. Вчера против меня я... уже повоевали. Нет, подожди, стой, Ара, я что, с тобой не воюю? Я что, когда куда-то не в воюю, другое место трачу ресурсы? Двагис – это не просто карта или справочник. В этом приложении множество полезных фильтров. Например, можно не только увидеть все новостройки на карте, но и отфильтровать строение по стоимости квадратного метра, году постройки, материалу и прочему. Так что заходите на двагис.ру и пробуйте. Я в это вложил кучу денег. Свое же производство. Я, конечно, я меньше построил, чем Эфиоп, потому что у Эфиопа производство просто больше. Ну, ты оборонка для чего? Я на тебя не пойду. Я боюсь, что ты выйдешь в иностранный легион и пойдешь со мной воевать. Вот поэтому я хочу оборонку от тебя. Я не пойду. Ну, правильно сделай, в принципе. Ну а почему ты не можешь это подтвердить? Так блин, оборонка, мы же сейчас в XCOM не выходим, никто же не строит космический корабль. 25 ходов, это, извини меня, только самолеты, наверное, будут. Блин, ну вот хер он сюда идет. А, вот это самая Сектуна. Классная прыгнула. Вот ты хитрый жук, а? Я уже собирался закончить ходить, но первый походил. Ну, блин, извини, что у меня куча юнитов, 20 секунд. 20 секунд было до конца, только дошли до этих юнитов. Извини меня, пожалуйста. Хорошо, я тебя извиняю. Нет, ну ты, блин, решил рыцарями на последнем ходу еще попытаться... Вот, ну, прикинь, если бы ты генерала захватил, я бы требовал сейф, понимаешь? Это меня особо сильно не кликал. Не особо сильно кликал, поэтому не смог генерала убить, да? Потому что там остался один хп. Потому что ты не сильно кликал. Вот это... Просто немногие знают, кто мало играет в ЦИМУ, что количество снятия урона зависит еще от силы кликания на самом деле. Ну так... Ты только не разглашай, ты чего? Ну, вообще? Не, ну надо же как-то гайды делать, чтобы люди узнавали, ну, о таких особенностях. Одно дело гайды, а другое это самое. Самые что такие творишь, секретные вообще? Вещи, да. И, ну вообще, ну, слушай. Так, я понял. Так. Австриец, подарите этот гатлинг, или ты... А, ты вообще, ты не сжигаешь антиум? Ну, пока что надо отбить атаку. Чего ты отбить хочешь? Атаку твою. Мою атаку? Какую, да, блин, да. Атаку? Слушай, ты вообще что там делаешь? Какая атака? Ара еще, походу, агрессор атакует, смотрите. Ну, он вообще-то и атакует, на самом деле. Я тут атакую так, что у меня города только отлетают. Значит, я это... Рано отключился. Ара агрессор надо... Да, пар, ты че? Не, ну он, конечно, атакует этими рыцарями и арбалетами, то есть, но... Но атакует. Скаута моего убил, прикинь. Это агрессор. Ой, да? Так. Это я на деньги хотел. Все, хорош уже со мной воевать. Равенно мне оставьте, у меня больше городов, иначе вообще нет.
остальное все, я только недавно вообще... Ну ладно, ну антиум ты не будешь отбивать. Ну, сожгите его тогда. Австриец, сожгешь антиум? Да сжигай, нахрен он там. Да, он его сжигает. Так, куда мне еще на деньги? Я хочу просто так на деньги, чтобы и себе побольше. А, там, кстати, никакой город не хотел. О, Рига хотела. Так, в Ригу из Марракеша. И настал мир. Аллилуйя. Пойду шведа доберу, что ли. Он там, прикинь, он там расселяется опять. Ну вот, видите, сейчас будут собирать города шведа. Я вот прям, вот я вам отвечаю, что Ара в конце игры будет круче всех нас. Вот прям, послушай, вот я как человек, разбирающийся, как мне кажется, в этой игре, немножко. Прекрасно понимаешь, что надо сейчас валить все на меня, чтобы тебя не трогали. Да почему? Да трогайте меня. Да какая... Тут без разницы, будут трогать меня, не будут трогать меня. Просто Ара в конце игры будет круче всех. Я круче всех. Только вот в эту все в индустриализации, а мне что-то как-то там нет. Пипец, что это еще одного посела построил. Ну, кстати, Эфиоп — это не самый лучший вариант. Не в том плане, что ты там типа с Римом торгуешь, а просто человек... Вот вы заключили научный договор, и оба получают науку, равную меньшему количеству. То есть я бы на твоем месте, например, с австрийцем заключал, если например, ты не со мной хочешь заключать. Ты получишь просто столько же науки, сколько Рим. А у Рима, типа, вроде сейчас меньше всего, я так понимаю. Ты его забирать пошел, что ли? Ну, видимо, он не нужен ему. Да. Ну я тут, наверное, может, два города, ну не знаю, посмотрим. Буквально два города, да? Остальные там, не знаю. У него нормально там с сюжетами. Нотр-Дам, Артемида. Походили, это походили. Теперь как-то со счастьем решить вопрос. Ну, я, наверное, порядок буду брать. Тут как-то, по-моему, нету особого выбора. Что, один в один, что ли, надал? Да. Блин, а хоть предупреждал бы. Кстати, я ж с Арой могу поторговать. Ясно, не хочет он со мной торговать. Странно, почему?
Блин, ну вот почему они в эту сторону смещаются? Ну объясните мне. Так. Рига стала союзником. Тут надо дорогу достроить. Сейчас тут как мне пограбят караваны. Все, давай за меня голосовать. По-моему, лучше за Эфиопа. Почему за тебя-то? Ну, он мой друг. А, Эфиоп твой... То есть, единственный человек, который захватил у тебя город, теперь твой друг. Нет, он захватил город, по крайней мере, правильно. Он пришел один в один, по сути, захватил мой город. Ну, я сейчас проголосую за тебя, ты религию мне. Чью религию? У меня у самого не своя религия в городах. Ты заметил, нет? Не, ну это понятно. Блин, может подставить ему рабочего, пускай рабочего захватывает. Так, слушайте, тут мне уже эта дорога не нужна. Пока удалять будем потихоньку. Блин, два генерала. Накопилось. Ара, ты уже голосовал? Да, я проголосовал за себя. Кидаю за тебя. Давай. Австриец, я за тебя проголосовал. Ара, я за тебя. И все за меня. То меня все дружно пиздят, то за меня все дружно голосуют. Утешительный приз такой. Ну ладно, что же. Ты, конечно, должен умереть, но ты красавчик. Давай. Ну, давай рабочего захватывай. Блин. Бьет вообще. Прям единогласно. Копье. Порядок. Ну, это совсем не удивительно. Ну а что, я возьму автократию такой, точно против меня объединитесь. А я что-то пропустил, а Пизу кто построил? Угадай, скажи раз. Не я. Это ну, то, что не ты, это понятно. Это был Эфиоп. Да, Эфиоп. Что-то я вообще пропустил. А он меня очень быстро, кстати, построил. 4 хода. Нет, в том смысле, что очень рано. Я отойду на минуту. Отойди, отойди.
Блин, Эфиоп, вот ты сейчас атакуешь американца, а у него войска торчат почему-то возле меня до сих пор. Ну, он, наверное, на тебя пошел. Ну, компьютер объявить войну не может. Да я шучу. В смысле не может, еще как может. В сетевой игре компьютер войну не может объявить. Не может? Нет. Если тебе в сетевой игре объявлял компьютер войну, то значит его кто-то из игроков... Значит, кто-то сагрил, да? Да. Специально это дело. Что правилами нашей группы запрещено. Ты скажи, как они будут убегать оттуда войска. Тут, наверное, оставлюсь и что так... Было вот тут, наверное, дорогу вести. Там меньше содержания было у меня. Так. Блин, швед поплыл опять куда-то селиться на остров. Это что говорю? Может, убей его, убей этого посела. Сейчас он будет делать это. А что ты перекидывай армию, сноси шведа? Так я же сказал, я так и хочу, но мне армию-то надо перекинуть. А, да ну и тут этой армии осталось, собственно. Нет, тут пускай. Блин, я сейчас объявлю войну шведу, он мне тут начнет пожигать под Бостоном. Лёш, ты не собирался бельмешку брать? Какую? Ну, а ты к Мамбасу там что-то дорогу строишь. Ты думаешь, чтобы взять ГГшку, нужна дорога? Не, ну мало ли. ГГшку просто ставишь юниты у нее в клетках и объявляешь войну и все. Так, более-менее с этими разобрались. Дорога нарисована, а ее нету. Так, тут... Куда бегал? В Вену? На деньги. Давайте смотреть, куда еще. Фес, Вена, Марракеш, Вена. Я не хочу просто отдавать. Вот Марракеш, Зальцбург, бегает. Марракеш, Линц. Города-государство, кстати, Ифи хочет. Ну нафига мне Ифи? То есть Марракеш, Линц. Меньше, да, я знаю, что он опять меньше, зато я и соперникам меньше денег даю.
Эфиоп по верхней ветке пошел. Ринга хочет, чтобы я с Библуса дань потребовал. Ну, кстати, хорошие идеи, тем более, что я явно... Нет, я уже не первый по армии, первый эфиоп. Лёш, тебя подсинаем там лаги. Да, я уже в курсе. Они уже ко мне приходили. О, писатель, блин. Так сказал бы, они ко мне приходили. Ара, ты видишь, что швед делает? Где спрятался? А так, пидерас. Да, а дай мне денег, я выкуплю эту клетку. Сколько надо проси? 150 буквально. Это кто вообще говорит, кого просить? Опа. Да блин. Чё? Я сам предложил в один момент с тобой. Ну. Прими. Ха-ха-ха. Его под сектону выкинуло. Ладно, в следующем буду искать его. Он сейчас побежит на другой этот перепрыгнет. Еще на островок там есть. Не исключено. Да я сейчас грохну. А где он, ты убил его? Нет, но он, кстати, кто-то по нему стрелял. А он там затупил, походу. Не то застрял. А где он? Ну, есть. Он стоит слева от сектуны. Его на материк выбросило. Ёпта. Блин, драный швед за союзом манило опять. Да, так оно сейчас пошло мне грабить 10 собака. Ой.
Даже не знаю, за австрийца мраться, за эфиопа. Блин, меня раба убили, да ёп. Я с австрийцем всю игру очень хорошо дружу, честно говоря. Так, а ты убил, я же могу со шведом теперь замириться. Ну ты подожди, пока он... Пока он тут разграбит все возле этого Неаполя. А, ну давай, ладно. Я своим ходом, я даже Оксфорд не буду использовать. Вот собака, он ничего не хочет. Да, против компьютера ты... Это не ГГшка тебе. Это вообще жесть, блин. Сейчас он меня там все разграбит. Но... Так, а, что, а что там, швед типа очень круто развился? Да нет, развился? Нет, он засоюзил ГГшку под Неаполем. И она мне там рабочего убила, которая уголь обрабатывала. Потом сейчас пошел убить, а у меня там ни одного юнита. О, он начал двумя юнитами все грабить. Хотя надо их сводить к чуду нашему. Заодно попробовать с Библоса дань взять. Билл, ты тут? Да, что? А, ну, просто так. Волнуюсь. Да, что-то вам обоим компьютеры подгадили. В голосовании. Да ладно, Ара, серьезно? Чисто по приколу. Видели, что он предложил в Конгресс? Нет, еще не смотрю. Субсидирование искусств. Я, кажется, это понимаю его новую тактику. Да-да, он хочет, чтобы мы отстали
По науке. Ара, а ты если что, мне поможешь? В чем? Да я так понимаю, Леша во рту пошел. Ну а чем я тебе могу? Слушай, Филипп, я готов с тобой заключить защитный пакт. Я не понимаю, в чем проблема. Давай. Внезапно согласился. Кто у нас Химедзи подстроил? Никто. Никто не собирается, что ли? Я строю. Я собираюсь. А ты что, оставляешь, да, эти города? Какие? Ну, шведы. Не знаю, посмотрю, что у них дальше есть. Что-то мы так с тобой будем плотничком. Пять ходов. Может открыть. Мы с тобой давно уже плотничком. Пять ходов, да? С тех пор, как ты у меня Неаполь забрал, так с тобой плотничком. А это я не знаю, что Эфиопа. Ты сразу мне не предложил. Мир ты давно забрал бы и шведа бы, и потом бы американца бы забрал. В смысле, я тебе предлагал мир уже очень давно. Нет, я имею в виду в начале, когда я тебе сразу сказал, что я пошел по нижней ветке, так как опасаюсь тебя. Я говорю, мне тебя как опасаться? Ты говоришь, пока я воевать не хочу. Ну, пока. Я сказал, кого я воевать не хочу. Нет, ты сказал, пока я воевать не буду. Но пока это как до легионов, я поэтому пошел вниз по ветке. Господи, объясните на будущее. Вот воевать с тобой мне не имело вообще никакого смысла. Представь себе, у меня под боком сидит вольник, который меня делает по промке. Если я пойду посередине на тебя, даже если я тебя захвачу вдруг как-то, в смысле? То я стану подожди, посередине карты. Ара, извини, когда это он тебя делал по промке? Ты постоянно был в демографии первым. Нет, когда я нападал, у меня уже было в полтора раза меньше, у меня промка. Нет, Леш, я всегда был второй-третий по промке. Ну. Первые два волевика были, а потом я. Ну. Нет, так просто Ара говорит, что швед его делал. Я постоянно как открываю, постоянно Рим первый по всему. Ты как пропустил, видимо, момент. Ну и потом, что, вот Хуэмай, если бы тебе Ара конкретно сказал, что не будем воевать, ты бы его оставил в покое, он бы сидел с девятью городами и такой радостный дальше бы играл? Нет, нет, Леша, про момент говорим чуть раньше, который прям в начале игры случился. Ну я понимаю, так вот если бы он тебе сказал конкретно, что нет, я с тобой не буду воевать, давай там договоримся, и что, ты бы его оставил в покое? Я думаю, я бы это, потому что как бы он мог меня снести. Так он же тебя не снес. Не, ну я говорю, мог снести. Он мог пойти также развернуть свою армию на меня. Ну ладно, тогда поехали, бы, тогда короче, бы я думаю, Лаки на него ударил. Или ты имеешь в виду после захвата шведа, или когда? Нет, до шведа. Тогда бы, я думаю, точно тогда на него швед напал. Ну, ладно. Ладно, сбегаем, попробуем дань взять. Заодно апнем гатлинги. Я хочу попытаться сыграть в защитную империю. Уноси этого быстрее шведа. Так я не понял, Эфиоп, мы будем заключать защитный пакт или что? Да, давай. А фарфоровую пагоду никто еще не построил? Австрийцы проспонсируют этот самый наш научный договор. Че, австрийцы, давай лучше мы с тобой заключим. Ну вот заключать научный договор с лидером по науке я не считаю хорошей идеей вообще.
Как и с аутсайдером по науке. С лидером хоть можно получить. Нет. Ты свое хоть что-то получаешь, а лидера не усилишь. Это для тебя хорошая идея, потому что ты получаешь по максимуму. Для аутсайдера это самое то. Чего я получаю по максимуму? Ну, потому что ты получаешь столько же науки, сколько у тебя есть. А тот, с кем ты заключаешь договор, получит только твою науку, понимаешь, сколько у тебя. А так мало науки, что ли? Другое дело, что у меня городов на это очень много. Что там, они еще ГГшки союзят, что ли? Ну да, это вообще... О, австрияк, молодец. Взял свободу. Дальше хотел с Библса что-нибудь стребовать. Прям ты хоть опять тут оставляй пикинёра следить. Оказывается, еще город у моря. У Рима? Ну, у шведа бывшего. Ну, теперь как бы да. Ну, там да. Два города под горами жесткие. Сектуна. Я ее вижу, потому Сектуна. Что... Сектуна, Хельсинки. Сектуна мне лаки кинул, типа посольство, когда у нее Сектуна было в столице. А ты куда плывешь-то? Давай, смотри, ну, молодец, с ребятами в мою сторону плывешь. Так может тогда... Я тебе говорю, что я иду тебя захватывать, что я иду тебя захватывать. Я просто разведаю места, которые еще не видел. С ребятами? Сколько у тебя? Ну, о чем? Еще что-то есть? Электричество важно будет. Не хочу я вот, честно, артой тут пытаться что-то делать. Кстати, а я нормальное предложение в Конгресс кинул, всем нравится? Вроде у всех чудес. Вполне устраивает. Дофига. Слушайте, у шведа уже ж ноль армии. Сколько вы его там мучить будете?
Блин. Не все так просто. Кстати, помните, что мы ученых-то не копим, да? Так, на всякий случай напоминаю, то у меня в первой игре в турнире я забыл, накопил трех ученых, пришлось их в академию сажать. А, блин, ну то есть в середине игры. Ну, я в этой игре тоже взял с этой спизы, повел, подставил под ХРР. Она, наверное, ход постояла, я потом вспомнил, что его надо сажать и увел обратно. Там фарфорку, кстати, не строит. Нет, он что-то тач-махал строит. Ну, давайте мы фарфорку построим. Не знаю, Леш, построишь ли ты быстро пизу сейчас? Пизу? Пиза уже у Эфиопа. А что, ты строишь фарфору? Австриец, я могу... Я даже и не пытался. Я могу как бы отложить, если ты строишь. Это так. Проблема в том, кто быстрее ее угонит. Ну да, мне тоже не хотелось бы, чтобы... Если ты построишь, я не против, например. Нет, если ты построишь. В одном городе не строится. Я строю. А что ара изменилась внезапно? Че? А что изменилось? Ну ты отказывался от этого предложения, теперь ты сам предлагаешь. У меня же было одно серебро. Нет, что, у тебя два было, я поэтому и предлагал. Меня грабанул там этот самый, как его, швед. У меня было одно, он оказался, нет? Придумал отмазку, да? Решенскую отмазку. Минус 15, блин. Что-то надо построить. Что из них сильный? Ну, наверное, вообще гатлинг будет самый сильный. Хотя, ну, берберы 5. Блин, на 5 ходов строится. Все-таки уговорил на мир? Да, или как каждый ход заходишь на мир. Так вы его и не вынесли? Да не, сейчас скоро не вынесешь. Чуть-чуть осталось. С американцем что?
тоже сейчас Бостон взял, Вашингтон пошел. Хорошего полета. Да-да. Ты забываешь, что тут ученых копить нельзя. Не, не забываю. Входим в золотой век. И, надеюсь, сопру теху у эфиопа. Отлично. О, как я, блин. Только со шведом помирился, тут караванчик. Чё ты так много гатлингов строишь, эфиоп? Да тут, блин, чем еще? Самое главное, зачем ты фабрику откладываешь из-за гатлингов? Да мне тут пару гатлингов всего лишь надо. А в очереди 3 стоит. Ну, и просто быстро нажал. Надо, чтобы быстрее производили. А тебе зачем столько много гатлингов? В смысле, я ж не строю гатлинги. Да, значит, глюк был. Я нажал. Это глюк. Вот. Да, это бывает. Это твой город остался, типа. Да. Как бы. Да, это. Угу. Бывает так. О, отлично. И Рига еще сильнее меня полюбила. Класс. Так, какие еще у нас квесты? Белград мрамор хочет. Ифи торговый. Пусть Библос. Ну, Библос. О, что-то я. Мамбаса деньги. Ну, я Мамбаса и так. Все, возвращаемся домой. Все. В Эфиопии красть нечего. Поехали электричество.
И вообще в пластик прямо. Прямой наводкой. Еще мне бы, конечно, анкорват не помешал, но уже его построили. Ворует тихо, я его не ловлю. Ну, кстати, полицейский участок. А Эфиоп... Ну, Эфиопа нечего воровать. Эфиоп, кстати, третий. Может мне в вену пересадить, тем более, что... Ну, это, кстати, хорошая идея. Тем более, что он около горы, в отличие от Эфиопа. То есть у него там науки больше будет. К тому же у него точно открыта навигация. Как минимум навигацию я... Знаете что? Вот как я сделаю сейчас. Своего прокачанного шпиона к себе посажу уже, а слабенького в вену, и он как минимум на навигации должен прокачаться. Так, тут все. Вот тут надо было ферму строить. Тут хоть молоток есть, понимаете? А тут просто 4 яблока. Thank you.
Добавилась клеточка. Подкурим. Эфиоп, австриец, а гляньте, в какой у меня город, типа, дороже всего отправлять караваны вам? Вот если вот на деньги вы хотите отправить. Ну, а как сейчас? А, понял. Фес. И у Эфиопа, наверное, Фес тоже, да? Прям вот интересно, как он так высчитывает, почему Фес? Да, Фес, почему Фес? Вот у меня тоже дороже всего из Феса отправлять. Ну, за счет чего? Он тут расписывает. Ну да, ну вот я так понимаю, что потому что 7, да, вот у меня типа у Марракеша только 2 разных ресурса, а около Феса 7. Да, да, так получается. Тут у реки высчитывают еще. Ну, Марракеш у меня тоже у реки как бы. Ну, от люксов, короче. А, увел все-таки Фарфор. Специально смотрел, да, чтобы вход со мной построить. Нет, а я же сказал. Ну, я, так и я сказал, что я строю. Ты же сказал, что вход со мной. Ну, я честно, не посмотрел вход на вход. Да, 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 не посмотрел. Рассказывай. Небось, каждый ход смотрел, проверял, хватает, успеваешь или нет. Нет. На 5-м, ГВ-5 оставалось. Так. Ну, я все еще хочу сажать ученых, как ни странно. Зачем тебе флот, я не понимаю, стрелец? Так он же Рим захватывал. Что, ты хочешь, чтобы он его распустил? Чё он говорит, я не понял, не слышал, ещё раз. Пригодится, он сказал. Да. У америкоса пошли минитмены. Это уже давно пошли, он выносит арбов просто с одного удара. Сейчас окажется, что компьютер лучше скипса играет, и он победит в этой игре. Ну, смешно вообще говоря. Да хорошо, мы еще не на бессмертном играем, только на императоре. Если бы на бессмертное, то не пошел, потому что тут я не знаю ничего. Все, да, он бы тебя поймал, он бы на тебя пошел. Не, ну минутмены уже, конечно, устаревшие все-таки. Они даже против гатлингов не очень. А там как, холмистая местность? Там практически все в холмах. А, тогда не очень приятно. Сносился на минитменах вообще как бог.
Так. Школа построена. Конюшня тут не очень нужна. Ладно. Или попробовать поиграть. Ладно, ничего это не помешает. Да он на Манилу пошел вообще, Америкос. Мирал еще. Важно, будут ли у меня алюминий, потому что если мы играем без ядерных ракет, то стелсы будут одним из самых сильных юнитов. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. А на этом пока все. Продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.